Вот вам и юг, вот вам и розы. Вот такое количество их здесь. Дорога к туалету устелена розами. Здравствуйте, едем на юга. Сделали остановку. Прекрасная. Я не удержала, чтобы ее не заснять. А здесь прям под туалетом петунья. Посмотрите, какая она красивая. Все, мы на юге. Вот это дерево так красиво цветет. Остановку сделали утро. Вот на такой интересной. Такая площадочка прям красивая, красивая, да? Вот я решила тоже поснимать здесь все. И клумбы, и деревья, и орел, лавочки свежепокрасанные, и собачки вам где-то здесь, их где-то штук 5 было, по-моему, друг на друга похожи. Слышите, остановились где-то кукушки. Они слышно, да? Плохо слышно. Остановились вот в таком оазисе. Ох, хоть передохнуть немножко. Кто лежит, кто сидит. Дорога немножко укачала меня. А сейчас, надеюсь, свежим воздухом подышим. Все пройдет. Прекрасный уголочек. Мало видели от меня цветов на моем канале. Я добавлю еще по полной. Там в центре такие красивые розы. Вот они. Красивое местечко, отдохнули, и пора ехать дальше. А здесь, я так поняла, система орошения. Она так близко находилась. Ну да, да, система орошения. Поля засеянные, очень-очень красиво. То кукуруза, то пшеница, то распахивают. Вот трактор пашет. Вот распаханное поле. Очень-очень так интересно. Так за... Ухаживают за землей, кукурузой, подсолнечники, храм. Ура, Анапа, приехали! Еще немножко, еще чуть-чуть. Последний путь, он трудный самый. Еще немножко нам осталось.